Посттравматичні стресові розлади. Зараз, мабуть, немає в Україні людей, які би не хвилювалися та не переживали через війну. Саме про такі стани та як з ними боротись, будемо запитувати у гостей, які вже є у нашій студії. Отож, це Сергій Матвієць, провідний психотерапевт реабілітаційного центру, і Євген Терещук, психолог, психотерапевт, спеціаліст по роботі з психологічними травмами і хімічними залежностями, директор реабілітаційного центру. Я дуже рада, що ми сьогодні з вами будемо говорити на цю тему. Отож, під час війни люди мають розлади, пов'язані з перенесеними травмами різного характеру. Отож, які саме розлади, з якими вам вже вдалося зіштовхнутися на сьогодні, та як вони класифікуються? Угу. Будь ласка. Ну, на сьогоднішній день мы можем однозначно, условно, весьма условно разделить эти травмы на две категории. Первая категория – это категория травм, которые получают наши ребята, которые защищают нашу Родину, и те, кто находится на передовой и непосредственно участвуют в военном конфликте. Это травма, так называемая, общеизвестная ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, которое может возникнуть в результате нахождения в этих событиях. Вот так хочется сказать, поскольку далеко не все могут получить эту травму. Вторая травматизация – это травма, связанная с гражданскими людьми, которые по каким-то причинам вынуждены были уехать, покинуть свое жилье ввиду того, что оно, может быть, было разрушено или вообще ввиду оккупированных территорий. И это другая травма, которая может классифицироваться в различных направлениях психологических и психических расстройств в зависимости от структуры личности человека. То есть, о чем я хочу сказать? Не ситуация обозначает или определяет вид травмы, а структура личности так реагирует на эту ситуацию, эта реакция может быть травматичной. Угу. Тобто, якщо більш стабільна нервова система, то вона витримає, так можна сказати? Давайте лучше, мені кажеться, удобнее буде, или правильнее буде, точнее сказати, особенность личности, і эта особенность, она не в подразделе, как бы крепче, сильнее, стабильнее, а скорее какая-то часть этой личности может перенести огромные психологические напряжения, а какая-то часть этой же личности может травмироваться. Угу. И вот в зависимости от того, на какую часть этой личности, хотя, видите, приходится расчленять личность, и это не совсем хорошо, ну, так. Пришелся вот этот такой стресс. Угу. В зависимості від того і буде класифікація травми мінятися. А якщо так, виходячи з того, що ви сказали, то чи можна сказати, що ми всі травмовані? В какой-то степені – да. Единственне, що степень цієї травматизації може определятися чоловіком, ну, наверное, условно, какими-то признаками. І перші такі явні признаки – це потеря соціальної адаптації. Давайте вот с этого начнем. Угу. Несомненно, там есть и что-то связанное и со сном, и с тревогой, и много-много-много всего есть. Но вот эта вот потеря, такая дезориентация социальная. Ну, это же складні, мабуть, випадки, так? Нет, это еще не складні, угу. Это такая вот классика, угу. Военная классика травм. Пане Євгене, вам доводилося от зараз зіштовхуватися з такими людьми, які вже пройшли, і яких треба виводити з цього стану? Наскільки їх зараз більше стало? І чи можете ви взагалі характеризувати таку ситуацію в Україні як складною чи надскладною? Дякую за запитання. Да, ці люди є. Да, ці люди... к сожалению, не так часто обращаются за помощью, как это должно было бы быть. Почему? Потому что
силу ментальности, страхов, незнания, куда обратиться, что с этим делать, то сейчас быть объективным по поводу статистики, насколько их много, насколько их мало, мы не можем. Вот, случаи есть, люди обращаются. Обращаются люди зачастую, связанные с определенной душевной болью о потере близких людей, жилья, стабильной работы, вообще огромных перемен в жизни. И мы им помогаем, соответственно. Вот. Поэтому сказать, что их много на сегодня, нельзя сказать, потому что все находятся в процессе, потому что определенные этапы травмы, на каком этапе была получена травма, в каком сейчас находится состояние человек, или он решает какие-то другие задачи, связанные с тем же жильем после переезда. Очень сложно. Вот. Поэтому, да, случаи есть. Ситуация в Украине, на мой взгляд, субъективная, достаточно сложная. Но касательно этой проблемы, мы всячески... Сообщество психологов, делаем какие-то шаги навстречу людям, чтобы обращались. Вот. Но на данный момент, пока есть, это еще не есть актуально. Мабуть, наплыва прям такого людей нет. Так, люди повинні зрозуміти, що з ними відбувається, мабуть, в першу чергу. Так? Вони повинні класифікувати самі той стан, який змусить їх піти до лікаря, який змусить щось робити з цим. Можливо, людина погано спить, можливо, вона кидається вночі, там, не знаю, можливо, вона не знає, як спілкуватися, можливо, вона взагалі має якісь такі вже наслідки, з якими важко жити. І саме тоді треба звертатися. От з якими проблемами треба вже звернутися до лікаря? Ну, от із всього перечисленого, мені би хотілося обов'язково відмітити потерю сна, поскольку сон это единственное состояние, здоровое состояние измененного сознания человека, в котором психика, значит, некоторая наша осознанная часть, отдыхает. Если у человека по какой-то причине эта возможность отдыхать, да, таким абсолютно природным и здоровым способом отсутствует, то это очень тревожный симптом. И это обязательное условие, при котором, несомненно, нужно обращаться к специалисту уже. Существует еще ряд симптомов от тревожных расстройств до каких-либо фобий, либо застреваний, если можно употребить этот термин, в каком-либо переживании. Ну вот, всем известно и... Наверное, все мы знаем, что, условно говоря, та же травма ПТСР, вот эта вот, которая звучит сейчас очень часто, эта травма является ничем иным, как застреванием человека в проживании горя самого. То есть, условно, психологи разделяют его на четыре составляющие. Первая реакция человека – это шок. Он длится там определенное время. Если человек это время проживает в шоке, он переходит в состояние гнева. Он проживает этот этап. После гнева идет состояние депрессии, что всех нас ждет по окончанию войны. Ну, не всех, но это будет вот основная такая вот проблема, с которой столкнутся и в большей степени мирные жители. Вот. Ну и последний этап – это там, поиск нового смысла жизни. Да? Как это все по-новому сформировать, как это все по-новому сделать, особенно если все старое обрушилось и, собственно говоря, восстановлению практически не подлежит. Тобто ми повинні ці чотири етапи обов'язково пройти. Если ми пройдем, травмы нет. І все буде тоді нормально. Тобто ми повинні зрозуміти, прийняти, пройти оце все і знайти вихід, як то кажуть. Так? Так. Чи можна це зробити самотужки? Пане Євгене, як ви думаєте? От ви вже сказали, що до лікарів, до спеціалістів, психологів, психотерапевтів люди мало звертаються. Чи можна це зробити самому? Якщо людина справді це вже зрозуміла, є в неї таке? Ми говоримо з вами про психіку. Да, это такая вещь, которую никто не видит, мы ее не можем ни пощупать, ни потрогать, но она у всех есть. И у всех психика разная, на разном уровне происходит и травматизация, и способы того же ликования, как вы говорите. Ну,
Мое субъективное мнение – нет. Обязательно нужен специалист для таких вещей. Есть случаи, конечно, когда человек адаптируется, находит новые способы самотужки, проживая те или иные состояния свои, и как будто бы, можно сказать, справляется, да, с травмой и со всеми теми состояниями, которые у него происходили. Вот. Но под присмотром специалиста, под его наблюдением, под его непосредственным, скажем, его непосредственным участием, да, то качество тех изменений, которые произойдут, и путь прохождения этой травмы будет совсем другой, и результат будет другой. Второй момент следует отметить, что, к сожалению, в психологии такой метод навязывания, он не работает. Ну, человек должен обратиться, да, он должен сделать этот первый шаг. Да, даже несмотря на то, что он осознал ту проблему, которая у него есть, вот, он все равно должен сделать первый шаг, да, и обратиться за этой помощью. Например, очень много волонтерских пунктов для переселенцев, где наши коллеги делают свою работу на добровольных началах, помогают. И когда было очень много случаев, психолог готов бы пообщаться и помочь, но человек в этом не нуждался. Достаточно резко отвечает, ну, защищается психологически. Защиты, их тоже никто не отменял. Мало кто верит в то, что поможет. И этот момент должен быть более удобным. И, соответственно, конечно, обязательно человек должен сам понимать, что ему нужна помощь. И иначе... До речі, хочу зараз ще зазначити, от до нас приходили волонтери, і дуже багато разів вони говорили про те, що люди і справді не хочуть отримувати допомогу саме такого характеру. І доводиться просто дивитися, як же їм допомогти, і психологи вже шукають способи. Тобто людина сама часто дуже не може піти, не може переступити от саме той якийсь проміжок часу, не може прожити сама, не може зробити так, щоб їй допомогли, навіть звернутися не може. І тут зараз складна ситуація. З одного боку є фахівці, а з іншого боку, як змусити і що робити? Ну, от любой, наверное, з нас знає, що как-то легче открываться и как-то говорить легче о том, что внутри болит, человеку, которому чувствуешь, наверное, две составляющие. Первое, ну хотя бы какой-то авторитет в этой области. И второе, это некоторая такая вот эмпатичная возможность почувствовать его небезразличие ко мне. Вот если вот эти два составляющие профессионал имеет возможность продуцировать из себя, по-настоящему, не искусственно вызывать этот образ, то человек находит в этих двух составляющих возможность избавиться от этой боли, а значит решить вот ту самую проблему. Ну, це довіра повинна бути, звичайно. І багато часу треба витратити було раніше для того, щоб люди зверталися і розуміли, хто такий психолог, хто такий психотерапевт, чому саме це потрібно зараз робити. І ми, виходить, робимо декілька справ одночасно. Ми зараз не змушуємо людей, так? Ми даємо їм можливість, ми робимо так, щоб була довіра, щоб люди розуміли, що їм хочуть допомогти, і це справді буде ефективно. З приводу таких методів, які використовують люди, часто ми знаємо, що алкоголь використовується як засіб змінити щось, змінити ситуацію, змінити погляди і, можливо, забути на деякий час. Я знаю, що ви також з цим працюєте. З приводу алкоголю, от які зараз є випадки, з чим вони пов'язані? К сожалению, любая попытка химическим путем, а алкоголь, несомненно, химически воздействует на центральную нервную систему, на психику, не является решением этой проблемы, и ничего нового об этом я не скажу. Но что происходит? Происходит на самом деле вот что. На время действия любого вещества, будь то алкоголь или любые наркотические вещества, на время их действия человек ощущает отсутствие этой проблемы как фактора переживания о ней. Не как отсутствие ее наличия, а как факторе ощущения. Он ее как не ощущает. То есть это некоторая анестезия разума и чувств. В принципе, короткочасно. Да, на время действия. Только насколько действует этот препарат, либо алкоголь. Ну, в зависимости от того, сколько человек его в себя влил.
После этого человек приходит в себя, все это возвращается назад и возвращается еще с большим усилием, поскольку если мы чем-то внутри себя не пользуемся, то это атрофируется. А несомненно, алкоголь является заменителем возможности найти способ прожить, разрешить, справиться с этим переживанием. Это значит, система, которая отвечает условно за эту возможность, она ослабевает, поскольку на ее место мы ставим сам алкоголь. И поэтому каждый раз, когда человек возвращается к себе, да, если синоним отрезвления, да, такого, то ему все больше и больше хочется назад убежать опять в это состояние для того, чтобы просто не чувствовать. И он через некоторое время ощущает эту возможность как единственную вероятную и единственно возможную для него. Психолог и психотерапевт вряд ли выиграет конкуренцию перед алкоголем, поскольку у него нет того, что предложит водка. Ну так забутись він не зможе. Ну так, звичайно, що це. Але ж люди шукають порятунку. І в цьому найлегше, мабуть, знайти порятунок. Тобто швидко і якось це працює на деякий час. Це туди, от к вопросу по поводу, чи може самотужки. От, угу. Так, є спосіб, після алкоголь. Ну, чим ця вся ігра опасна? Толерантність росте к химическому веществу, человек начинает пить больше. То есть этот, к этому способу он прибегает теперь не только с этой проблемой, ну, например, бессонницы или отсутствием аппетита, или успокоения. Или да до чего заводно можно. Совершенно верно. И мы в конечном счете получаем уже проблему, наложенную на проблему. Да, алкоголизм, да, как таковой, который наложился сверху на посттравматический синдром. И обратное действие этого механизма будет заключаться в следующем. Нам придется сначала решать вопрос с алкоголизмом, только лишь тогда, потом, может быть, да, если клиент захочет, мы сможем добраться до его травмы. Так, тобто дуже складно і треба собі не нашкодити, ні в якому разі. Це треба дуже зараз зрозуміти, дуже серйозно. Тому що такі випадки, вони справді щось вирішують на деякий час, але ж треба розуміти наслідки, і що потім доведеться дуже серйозно над цим працювати, якщо ще вийде. Так? Може і не вийти. І справді бувають такі випадки, коли це вже затягується на все життя. Я все ж наостанок хотіла почути від вас такі рекомендації, які зараз усім нам необхідні. Як себе тримати, як це пережити, як пережити оцей стан, як вийти з нього переможцем і не зіпсувати собі нічого в житті. Угу. От очень мені понравились от зараз ваші слова, як вийти оттуда побідителем. Вот я немного скажу про ПТСР, так вкратце и сжато, чтобы было понятно. Это травма самолюбия. И происходит она тогда, когда человеку пришлось испытать крайнюю степень унижения. Вот, унижение мы испытываем тогда, когда с нами делают что-то, не спрашивая у нас никакого разрешения, не учитывая наше собственное «я». Поэтому этого достаточно понять, что вот то количество людей, которые придет с травмой, несомненно, связано с нашей победой. Вот, мне как-то хотелось, чтобы это прозвучало. И, наверное, для того, чтобы как-то защитить себя от этих расстройств, то необходимо не пытаться не думать и не чувствовать то, что происходит у себя внутри, а пытаться, наоборот, задумываться, понять свои переживания, чувства, делиться с ними, ими с людьми, которым мы доверяем, которые нам близки. И как-то в этом взаимодействии мы чудесным способом имеем возможность как бы подлечиться чуть-чуть. Это абсолютно человеческий фактор, и мы просто ввиду технологий чуть-чуть, может, забыли об этом. Просто надо вспомнить, и все получится. Так, дуже дякую. Будь ласка, пане Євгене. Я вот хотел бы тоже вас просто за моментом поблагодарить всех тех людей, которые помогают переселенцам, помогают людям, которые столкнулись с этой трудной и неординарной жизненной ситуацией. И всем, кто
сегодня страдает или у него что-то болит, не стесняться обращаться за помощью. Обращаться за помощью к волонтерам, к специалистам. Сейчас, слава Богу, спасибо им большое. У нас очень много направлений, которые работают, где мы можем получить ту или иную помощь. Не нужно бояться говорить о том, что мне страшно. Не нужно бояться говорить о том, что мне больно. Да, и о том, что я не знаю, что мне дальше делать и так далее. И не оставаться одному однозначно. Ни в коем случае не закрываться и никого не избегать. Быть побольше с людьми, і вместе у нас все получится. Загальними зусиллями ми так впораємося, звичайно. Я вам дуже дякую за цей оптимізм. Дякую за те, що справді так ставитись до тих проблем і задач, які зараз на нас на всіх навалились. І я впевнена, що все буде добре, і ми впораємося. Дуже дякую вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.